про Станция Одесса. Так, вы про нее расскажите, пожалуйста, что это за песня? А рассказать про нее, что мы можем рассказать? Да все пели, и мы пели. Все пели в селе ее. А почему вот говорят, что это ваша именно песня? Ну это уже, знаете, как смешно. Это жили в Балхаше, это шуточно так сказали. Лично я жила какое-то время в Балхаше. И еще наши деревенские жили там в Балхаше, и Фановы. Ну и так получилось, что вечером шли на День Победы на салют, и где-то далеко запели, поют песню. А мы идем, говорим, ну как наши кособоковские поют. Ну и точно выходят из аллейки, заворачивают, в парке мы гуляли, выходят наши кособоковские. И вот с тех пор они стали называть все, вот все мы стали называть ее «Наша кособоковская песня». Проехал станция Одесса, но дело в том, что песня кособоковская. Откуда она? Почему она? Пели ее всегда в Кособоково. Откуда ее привезли? Здесь очень много людей с России приехало. Курская область, Старый Оскол, Новгород. Поэтому все возможно, кто-то и оттуда и привез эту песню. А когда переехали? В какое время? Ой, мои вот родственники Масленниковы где-то в 22-м году, в 20-м году где-то. 800, наверное, в 20-м. Нет. Что ты говоришь? А деревня старая? Деревня старая вообще? Деревня наша 265 лет. 265 лет мы отмечали, а теперь уже прошло сколько лет? 2 года. Ну, где-то уже 267 лет уже нашей деревни. Проехал станцию Одесса и Севастопольский вокзал. На том вокзале остановка, сказал блондиночка, прощай. Прощайте, глазки голубые, прощай, блондиночка моя, тебя я больше не увижу и попрошу забыть меня. Ну как же я тебя забуду, когда портрет твой на стенах, когда портрет твой на стенах, ты дочь малютка на руках. Портрет мой выбрось за окошко, малютку в детский дом отдай, сама станцию Одесса и Севастопольский вокзал. На том вокзале остановка, сказал блондиночка, прощай.